Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем смотреть с вами на замечательную игрушку The Lost Vikings – Пропавшие викинги. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта игрушка. Я в нее играл очень давно, но это было офигительно, друзья мои! Давайте посмотрим. Меня зовут Эрик. Я могу бегать как ветер, со скоростью света. И пришло время Балиога, Олафа и меня пойти на охоту. Хорошего тебе дня, дорогой. Я Олаф, защитник. Я могу блокировать все с помощью своего щита. Я Балиог, бесстрашный, самый крепкий викинг на земле. Да, ну что, ребятушки, как вы видите, это замечательнейшая игрушка, командная, где нам нужно управлять сразу за трех викингов. У одного есть прекрасная возможность защищать щитом. Другой у нас краснобородый. Краснобородый у нас бегает как ветер со скоростью света. И третий у нас викинг с мечом. То есть очень крепкий, очень сильный, может все. У него есть лук, у него есть меч. И тем самым мы продвигаемся по уровню, используя сразу трех викингов. То есть, смотря какая ситуация, то мы берем, соответственно, умение викинга и проходим дальше. Вот такая вот замечательная, возможность в этой игрушке. На Сеге это было просто новинкой шикарной, это было просто очень необычно. На Денди, конечно, тоже были такие игрушки, но на Сеге здесь реализовали все очень достаточно грамотно, очень красиво, очень разумно. Вот сейчас кончится заставка, и мы с вами начнем играть. Очередной день прошел очень хорошо, жизнь хороша. Как же я люблю свою деревню, мой герой. Жена, дети, все как обычно, деревня, дома, тепло и уютно. Позже этой же ночью. Пока все мирно спали, над деревней пролетел какой-то странный механизм, какая-то странная машина, которая друг за другом забрала наших героев. Что же происходит? Что может быть случиться с ними? Какая неведомая сила забрала их с их уютных мест? Ребята? У меня очень плохие ощущения насчет этой ситуации. Ну что, ребятушки, вот мы и начали играть. Смотрите, как замечательно все нарисовано. Мы летим на каком-то корабле. Блин. Ай, кнопочку дядя Жень перепутал. Ну ладно. Так, ну что, переключаться мы можем между ними в любое время. Ну, иди же сюда. Иди сюда, слизняк. Рип. Все, рип. Так, отлично. Все должны добраться до надписи «Выход». Поэтому мы смело меняем. Вот я поменял игрока. Давай-давай, спускайся, друг мой. Отлично. Так, ну что, у нас один человечек умер, поэтому сейчас посмотрим, что ждет нас дальше. А, ну да. К сожалению, начинаем сначала, потому что мы не прошли. Так, дядя Жень, давай. Вот, отлично. Все, побежали наверх. Отлично, отлично. Первый быстрый гном у нас, гном-гор-викинг добрался до места. Теперь нужно высвободить остальных. Иди сюда. Иди сюда. Луком, как я его облучил, да? Так, меняемся. Давай-давай, стреляй. Отлично, все. А вот теперь смело можно идти на выход. Вот и все. Что мы здесь делаем? Я не знаю. Может, вы просто заткнетесь и пойдете за мной? Ну что, у нас, я вижу, командует красный гном, да? Краснобородый гном. Так, собираем яблочки.
что здесь у нас написано? Угу. Можно выбирать вещи определенные. Так, что нас здесь ждет? Тихонечко смотрим. Здесь очень тактичная игра, тактическая. Нужно... Ой. Обязательно нужно все аккуратненько делать, соблюдать. Ага. Окей. Нажал. Отлично. Ты кто такой? Эй, ты выглядишь очень счастливым. Кто ты? Я Аптик. Ты уборщик? Что такое уборщик? И как мне выбраться отсюда? Ты должен уничтожить главный компьютер корабля. Эй, это не корабль. И что такое компьютер? Неважно. Ты должен найти бомбы, чтобы взорвать все здесь. Окей. Давайте, ребятушки, посмотрим. Нам нужно найти бомбы. Так, меняем игрока. Берем отважного. Отважного викинга берем, потому что здесь вот эта гадость ходит какая-то. Давай, иди сюда ко мне, говно. Собачье. Так, говно инопланетного происхождения, блин. Естественного типа. Так. Окей, поднимаемся. Так, давай, следующий, щитом. Дружище, щитом. Что нас ждет наверху, давайте посмотрим. Угу, здесь нам снова понадобится воин. Отлично. То есть мы можем оставлять на любой позиции. Давай, стреляй в него, отлично. Нажимай. Так, готово. Собираем две бомбочки, смотрите, собрали две бомбы. Ой, нет, не то, блин. Заслупочил, елки-палки, все понятно. Все, профукали мы, в общем, да? Я так понял. Окей. Блин, я ж две... Ну как так? Ну что ж я так прослупочил-то? Две бомбы заколбасил сразу. Кнопочки перепутал и на странность вот так вот зафейлился немножечко. Собирай. Отлично. Все, вверх. А вверх больше не идет, то есть, значит, у нас здесь верхушечка, да? Так, нам здесь нужен... Кто нам здесь нужен? Нам здесь нужен вот этот чувачок с луком, мне кажется. Потому что двери открываются исключительно с помощью его лука. То есть мы стреляем в кнопочку. Да, все гениально и просто. Отлично. Чего? Ну да, вот компьютер надо взорвать, но я зафейлился, ребят, поэтому... Так, давайте, наверное, проиграем, заново пройдем, да? Так, ну что, начинаем заново. Зафейлили, начинаем заново, потому что это нехорошо. Так, ну что, друг мой, иди сюда. Так, не ты, вот ты мне нужен, да-да-да. Именно ты мне нужен. Так, здесь у нас инопланетянин. Отлично, берем себе яблочко. Ну, в принципе, мы уже знаем, что он нам скажет, поэтому ничего страшного, и нам нужно бежать вперед. Где это мерзопакостное создание? Так, здесь нам тоже надо подняться наверх. Но здесь у нас две бомбы надо забрать, да? Давайте, наверное, уничтожим сперва вот этого чувачка. Теперь берем вот этого кренделя. Нужен. Да, все правильно, берем того, у которого ничего нету. Поднимаемся наверх. Забираем две бомбы. Что может быть проще? Ага, не тут-то было. Так, нужно выстрелить кнопочку. Все. Здорово, забирай. Молодец какой, а? Теперь мы спускаемся вниз. Меняем на вот этого чувачка. На нашего викинга храброго, сильного. Так, и спускаемся вниз, чтобы открыть доступ. Так, отлично. Давай. Готово. Теперь нам нужно поставить бомбу, да? А, у нас у этого чувачка же бомбочка. Отлично. Падай давай. Как обалденно он падает. Так. Уходим. Так, ты пока не нужен. А вот с тобой мы займемся вот этими делами.
Давай взрывай. Отлично, ребятушки, все. Охрана будет искать вас. Вы выживете, если будете работать как команда. Ну, прекрасно. Я надеюсь, мы сможем сделать это, да? Угу. Так, ну что, ребята, давайте все собираемся в кучку. Нам нужно идти дальше. Так, поехали вверх. Угу. Отлично. Выходим здесь, смотрим, что нас ждет здесь, да? Лестница. Рычаг. Угу. То есть нас подкидывает на этом вверх. Замечательно. Наперед выстрелю, потому что мало ли кто, и я угадал. А здесь был враг. Воу-в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 оу! Убегай, 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 убегай! Отлично, молодец какой! Блин, разбился, ребята! Так. Ничего нельзя сделать, да? К сожалению, да. Ну что, ребят, на этом я кратенький обзорчик, такой вот летсплейчик закончу, потому что погиб у нас товарищ, а начинать заново это будет очень долго. Ну что, ребят, обязательно скачивайте. Ссылка будет в описании. Всем спасибо. Зовите друзей, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.